А теперь подробнее об этих и других новостях. Православные верующие отметили светлое Христово воскресенье. В этом году Великая Пасха выпала на 2 мая. В честь главного христианского праздника на территории храма Преображения Господня прошел крестный ход. В торжественном церковном шествии, которое символизирует путь навстречу благой вести о воскрешении Христа, приняли участие сотни прихожан. Затем в храме началась праздничная пасхальная литургия. Благочинный церкви Люберецкого округа священник Вячеслав Новак произнес радостную весть. Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! После Пасхи началась Святая Неделя. На протяжении Светлой Седмицы пройдет еще два важных церковных дня – Радоница и Красная Горка.